Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуков Камали, и мы продолжаем проходить Роуч Трупер. Присаживайтесь поудобнее, готовьте чаечек, кофеечек. Не забывайте про кофеечек. Приглашать друзей, репосты, колокольчик. А мы приступим. Всем приятного просмотра. С вами Казуков Фэмили. А мы погнали дальше. Может быть, скоро уже игру пройдем. Но это не точно. Да. Но кто знает, сколько нам осталось. Горы, ок. Горы, короче. I can't hear any more gunfire. Maybe we should wait, see if they'll catch us up. We don't have time. We've got to get to this Colonel Covert. That Millicom creep. He's our only lead to the Treasure General. Rogue, no! Rogue, no. Oh no. I got it. Oh no. I can't hear any more gunfire. Maybe we should wait, see if they'll catch us up. We don't have time. We've got to get to this Colonel Covert. Gat Millicom creep. Так. He's our only lead to the Traitor General. Стоп, куда? Подожди. А куда нам по сюжету? Сюды? Нет. Бляха-муха. О, я, кстати, знаю, какую игру мы обязательно должны поиграть. Я вспомнил. Вот эту игру точно надо постримить. Мне надо еще кому-то посоветовать ее поиграть. Она довольно такая мрачная. Так, подожди. Здорово, пацаны. Пацаны. Ё-моё. Здрасте. До свидания. Подожди. Пинаем пауков. Так, а куда нам? Сюда. Вау. На-на-на-на-на. Спи спокойно, мальчуган. Так, подожди. А нам? Looks like a welcoming committee. A party? All for us? Jesus. Fucking us. Да пошел ты нахуй, ублюдок. Горите, ублюдки. Горите, мрази. Горите, горите, я сказал. Кто там шмаляет? Серьезно? О, подожди. Пока. А почему не сюда по заданию? Не, сюда. Окей, let's see what we've got here. Гонма. Воу-воу-воу-воу-воу. Да ладно. Правда, тратим на это свое бесценное время. Да ну повернись ты нормально, а? Ну?
Да ты как меня заметил, сучка? Хера себе. А чё это за помещение-то такое жесткое? Ты кто? А где мы консоли тут взломаем? А? Куда нам? Long way down. Sure looks hot down there. Наверх. Подожди, я что, зря спрыгнул, что ли, или что? Блять, а как подняться? Не понял. Кто-то, блядь, шмаляет. Ну давай, забирай. Это что, типа, возвращаться назад? Так. Так. Покажись. Не успел, дружище, ты не успел, понимаешь? Если не успел, персик не доспел, знаете, как говорят? Говорят, не повезет. Да ладно. Some of them pain. Пока. Пока все дома. Так, идем. А мы идем. И тебя не на... Так, это хорошо. So, the famous rogue trooper, last of the genetic infantrymen. You got us here, Covert. Now, where's the traitor general? We believe he's directing the attack from somewhere behind the Nord lines. А, это уже конец, наверное, There's да? Some old friends of yours here too. Cassians. Yeah, the same scum who wiped us out in the court zone. Right. Only now the stakes are even higher. If we lose Harpo's ferry, we lose the whole of New Atlanta. After that. We might as well kiss goodbye to holding on to the rest of New Earth. You've got a deal, Millicom man. Just make sure you keep your side of it when it's over.
gotta help us out, Urs. Let's start by taking the submarines out. Submarine? They're out of my range. Gonna need a hell cannon. Погнали, чё. Ну, паразиты. That's how it's done. А эти, походу, жесткие ребята. Так, подожди, а куда оно? Тут же вроде как типа тупики. Да, красивые места, однако. Подожди. В смысле? А куда? Фигня. Не понял. А, сверху врагов надо замочить? Серьезно? Или нет? Почему никто не вылезает отсюда? Типа ж враги же должны примкнуть. Подожди. Так, подожди, а что нам по заданию надо? Так. Ну? А почему показывают? По своим, они были обозначены как враги. Какого хрена? А чё вы мне не сказали, что тут ворота открываются? Какого чёрта? Okay.
Так, подожди, а... А дальше чё? Сюда, что ли, дальше? Подожди, а куда? Сюда? Походу мы не сюда, или сюда, блин. Я помню, что-то с танком это вообще пиздос будет. Ой, подожди. Так, а что нам делать надо? Я забыл. Так, подожди, переправиться нужно или что? Использовать еще раз, может уже на вертолет. Подожди, ну естественно. Так, давай. В смысле, я в этом пока не попал? Ну давай. Ну. Да. Ну. Да ёб твою мать. Блядь, да попади же ты, блядь. Вертолет ебучий, а? Давай.
Да ебать, какого хуя? Вы, блядь, серьезно? Ёб твою мать. Чё, блядь, с этим вертолетом не так, блядь? Блядь, ну и как это выполнять? Блять, ну опусти же ты вниз, уёбок. Ну. Да ну пиздец, ну что за нахуй? Блять. Это какой-то пиздец, я отвечаю. Блядь, реально так проще, блядь, было. Да. Пошел в жопу. Подожди, а как мне спуститься? Да я не смогу так спуститься. Да бляха. Как мне спуститься за вопрос? Прыгай уже, заколебал. Давай пересечем уже эту херню. Хватало этих. В смысле? Серьезно, блядь? Эта хуйня меня взрывает с одного раза. Блядь, это не смешно, нахуй. Пиздец. Что я теперь сделаю с этой поебокой? Сумыться. Похуй. Знаешь ты, черт. Подожди, мне снайпер нужна. Блять, хер попадешь, а? Блять, промахнулся. Gotcha. А где этот, как его? Где этот ебучий снайпер, а? Все увидел.
сейчас. Капец, вы твари живущие, а? Не ты, мразь! Да, сука! Да, сдохни, мразь! Что такое? Что это такое? Это что такое? И все? Заебали, а? Ну, умрите вы по-хорошему, а? И где этот пиздюк? Да ёбаный в рот. Блин, серьезно, у меня аж вот игра залагала, а? Как мне его этого долбоеба выкурить? Уже пиздю. Да ебаный в рот, да заебали, блять, сколько вас может тут быть? Блять, это пиздец какой-то. Как можно в такую игру играть? Пригнись, убей ты этих чертю, блядь, я не знаю. Они, блядь, просто бесить меня уже начинают. Блядь, серьезно?
так далеко, блядь, и не можешь попасть. Да ёбаный бот, а. Рок, не останавливайся, я тебя прикрою. Был снайпер и нет снайпера. Ковар, я почти настиг предателя. Отличная работа, Рок. Ты знаешь, что делать. Поднимайте эскадрилью. Вам известен план. План? Да, подожди. А, походу три раза уничтожить эту херню, да? Что это за хуйня? Значит, уже финал, как я предполагал, да? Да. А, ну понятно, что нужно делать, я понял. Ну три робота это не так страшно, по крайней мере мы знаем, что нужно делать. Да. Бля, долго. А не, разрушилась одна херотень. Так, подожди, я хочу. Блять, еще снайперов понаставил. И тут. Давай, подбирай этого Хелма или как он там. Ну, давай. Быстрей. Да ну, блять, ну как. Куда ты целишься, еблан? Еби им хорошенько, блядь. Подожди, в этот мы, наверное, въебали. Так, стоп. Нет, мы въебали не тот.
Так, но если горит один, значит остался вот этот, блядь. Да? По-моему, да. Снайпера заебали. Честно. Да ну нахуй идите, а! Заебали, честно. Ой, блин, как вы подзаколебали, а? Продажная мрязь. Твое убийство не вернет остальных успехов, но ты хотя бы не предашь нас больше. Рок, авиация! Красиво, красиво. Сосредоточиться. Не нужны тела генпеха и предателя. Товар, не беспокойся, я здесь. Есть ли причины, почему я не должен спускать курок? Я должен был убедиться, что предатель найден и убит. Все остальное малозначимо, в том числе и мы. Типичное штабное мышление. Твое задание выполнено. Предатель убит. А ты доказал свою значимость для подобных операций. Я могу помочь. Снять с тебя обвинение. Изготовить новые тела для троих твоих товарищей. Вы это заслужили. Второй шанс для всех вас. Служить тебе? Извини, что мной, вояка. Мы солдаты, а не шпионы или убийцы. Похоже, это нет, полковник. Думаете, что можете самостоятельно сражаться? А почему нет? Для этого мы и созданы. Пусть идет. Хорошие слова он сказал. Что мы солдаты, а не шпионы. Он послужил однажды. Может пригодиться и потом. Ну да, конец. Прикольно, прикольно. Eidos Interactive. Ну неплохо, чё, мы быстро. А, сейчас это найдут, тело. Там тело! Южанин! Едва живой! Зовите медиков!
Туман живучий. Сука. Вот, получается, мы прошли игру. Довольно неплохая была игра, хоть и старенькая, 6-го года, но она того стоила. Она довольно-таки, ну как сказать, необычная, прикольная. Вот, в принципе, неплохо. Они, конечно, должны были сделать вторую часть, но идея вот этих говорящего оружия товарищей в конце хорошего слова довольно неплохо. Так, вы открыли секреты. Ага, общее время получается 4 часа, да? Нет, подожди, это. Ладно. Так, а если экстра? А, ну это то, что предатель найден. Кстати, что у нас интересненькое открылось в энциклопедии? Интересно. Так, легионы солнца. Ага, прикольно. Так, а сколько там уже по времени? О, нормально. Мы еще можем полазить по этой, по энциклопедии. Что у нас тут интересно открылось? Сержант. А, так переключать нельзя, да? Ну, хотя бы так. Моряки. Так, а это текстовая информация получается, да? Пехота. Так. Да, комиксы классно сделаны. Вот в плане комиксов, и там же комиксы были по этой игре. Довольно-таки... Неплохо, короче, не только игра, но еще и комиксы. Нифига себе, трофеи требуются. А как же эти трофеи открывать? Субмарины. Ну ладно. А, ну блин, даже я, по-моему, уже видел. Сейчас все досмотрим. Наверное. Ну, я надеюсь, вам игра понравилась. Все-таки в ней что-то было прикольное. Так что... Как-то так. Короче. Комиксы. Высадка. А, ну это-то херня. Ну да. Комиксы, они... Это Блэкмер. Танк, походу, да? Отряды. Агенты. Прикольно, прикольно. Но я помню, когда первый раз игру проходил, я прям реально кайфы получал. Все-таки игрушки... О, а портрета нету? Блин. Топ-картинка, а ее увеличить нельзя. Печалька. Предатель. Да, тот еще тип. Так, это снайпер тот, да? Это тот чувак. Что-то пропустил. Портрет, похоже. Ну да. Живая природа, те существа. Вау, красиво. Все что ли? Ну да. Короче, ребят,
давайте оставим, наверное, на портрет. Нет, на искусство. Ладно, я надеюсь, вам игра понравилась. Вот. Мы ее наконец-то прошли, хоть и быстро, но оно, в принципе, того стоило. Вот. Всем спасибо за внимание, что ставили лайки, дождались финала. Мы наконец-то прошли эту интересную, прикольную игру. А всем спасибо за внимание, всем до скорого, мы будем проходить тоже интересные игры. Я надеюсь, игра понравилась, есть ее обновленная версия Redux, Remastered, можете найти, короче, поиграть. Это просто оригинальная игра 6-го года с HD текстурами, а то прям обновленный Redux. Ну, я решил вот старую версию поиграть и получил от нее снова такое вот какое-то удовольствие. А всем спасибо за внимание. С вами был Kazuko Family. Мы показали вот такую интересную игрушку. А всем до скорого, ребятушки. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.